Так что простите, если я что-то буду где-то ошибаться. Ясно видишь ты звездного круга движения. Тяжкий его поворот на незримой оси, что посулит угасающей искры падение. Спросишь о чем, и же силы свидетель еси. Сбудется все, не сотрется ни строчки, ни буквы, ни на полтона, ни свет, ни поблекнет, ни звук. Что было сбудется, что было сказано в суе, как будто что без ответа сошло с опрометчивых рук. Сбудется, ибо не ведает время пощады, не успеем увидеться перед концом. Так обещай мне в дороге к горнему краю не обернуться назад, ибо сбудется, сбудется все, и никому не известно заранее, где на странице какой оборвется строка, где перестанут гудеть незакрытые раны. Будто выгонь горькой ношей в хат. По пирамидам, по тленным костям и медалям время прокатится медленным колесом. Веки сомкнутся, и что на веку повидали. Сбудется все, как забытый сбывается сон. Верю, когда колеса завершится вращение и обессмыслится самое слово, когда ночи лягут на чашу любви и прощения, дым расточится и станет прозрачной вода. И вот ныне исполнится слово, и сбудется буква. Ни на полтона, ни свет, ни поблекнет, ни звук. Что было сделано, сказано в суе, как будто. Пересмотри, пока звезды вращаются кровь. Пересмотри, пока звезды вращаются кровь. Пересмотри, пока звезды вращаются кровь. Последнюю, так последнюю. Ну давайте, чтобы разгрузиться, давайте что-нибудь еще легко, да? С нами, ох, как бывает, бывает.
потому мелочей посреди небо, не был. Дибра, во всякое время сестра. Расслабляйся, жди сюрприза. Ты видел взмах руки, все-все стало как есть. Но едва ли это был благословляющий жест, а ренессанс для доки — это скорее методы. Все, что дока видит, чинись на фрагменты, элементы, сегменты, моменты, пока не попросят документы. Если бы я умел, написал бы плака в каждом дому мелочей посреди, где бы ты не был. Бди, брат, во всякое время, сестра. Бди, да. Ой, мама, мама, я проснулся сегодня рано. Еще занят иными делами, я буду жечь свой рок-н-ролл, мама. Если бы я умел, написал бы плака в каждом дому мелочей посреди. Я где бы ты ни был, пти, брат, во всякое время, сестра, пти. Сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое башлачок, что такое вдоха. Папа объяснил популярно, толково. Microsoft Word, сынок, не знает такого слова. Поколение Next, поколение Post, поколение Pepsi, поколение Post. Сегодня слушатель, завтра зритель, послезавтра строитель. New Babylon City, если бы я умел, написал бы плака в каждом дому мелочей посреди. Где бы ты ни был, где, брат, во всякое время, сестра. Где бы ты ни был, где, брат, во всякое время. Спасибо огромное нашему фестивалю, капитану, так сказать, прошедшему еще раз днем рождения. Всем рекомендую поздравить. А что у тебя на футболке написано? Я по-английски не шпрехаю. Кто-нибудь шпрехает, приведите, пожалуйста. Ну ты гитару-то. Ты никогда не будешь счастлив, если будешь искать, из чего счастье состоит. Ты никогда не начнешь жить, если будешь искать смысл жизни. Вот. Александр Лугунов. Ну, даже футболка по смыслу. Ну, просто Саша участвует прямо с первого фестиваля, но так получилось.